Рустам Миниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в Кемеровском торговом центре. Страшная трагедия унесла жизни людей, взрослых и детей. «Приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших», написал президент на своей странице в Инстаграм. 24 часа на переселение. В течение этого времени жильцы общежития Зеленодольска должны покинуть свои комнаты. Временное жилье предоставлено в санатории поселка Васильево. Накануне часть стены здания обрушилась, подъезд перекрыли. Дом постепенно отключают от коммуникаций. В Казани завершился чемпионат «Бадминтонные надежды Татарстана». Более 450 участников из 30 районов республики. Такого масштаба не было нигде и ни в каком регионе страны. Всего в течение года будет проведено 4 этапа соревнований.